الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. С вами снова я, Ум Малик, и мы продолжаем с вами брать буквы. Поддержите проект, не скупитесь на лайки. Жду также ваши вопросы или под постом, или можете писать в Телеграм, в Инстаграм. Да. Безмерно отвечу на них по возможности. Сегодня мы начинаем серию букв, которая имеет вот такую специфическую форму. Таких букв у нас будет три. Будет отличаться только точками. Первая буква сегодня — это буква, называется буква Джим. Харфель Джим имеет такую форму или хвост, да, который возвращается как бы назад, и сверху ну, немножко такая волнообразная линия. Буква пишется частично сверху, частично снизу, но этот хвост, как и многие другие хвосты, будет поджиматься в случае, когда будет соединение с последующей буквой. То есть она пишется вот так вот, да, такая чуть-чуть волнистая, и затем возвращаем сюда. И у нас есть здесь точка внизу. Да, харфы джим. Когда соединяется с последующей, в начале, например, да, у нас будет вот такое написание. И если у нас есть и перед ней, и после ней, тогда у нас вот так пишется. Да, то есть можно, конечно, оторвать от руки, потом написать вот так. Я вам показываю пример такой более без отрыва. Да, то есть назад возвращаем. Ну и если у нас будет соединение, и это будет буква последняя, тогда Harf Jim пишется таким образом. Важно, что эта буква тоже на сукуне будет такая резкая, быстрая, как у нас были буквы Б, буква Ав, буква То. Еще там будет одна буква, их пять таких, да, пять букв. Буква Даль. Мы с вами, по-моему, еще не брали эту букву. Вот. Буква, важный такой момент, что это не буква Ж. Да, некоторые заменяют ее Ж, говоря Жа, например, нет, это не Ж, у нее нету такое жужжание, да, и на сухуне она не жжж, мы не можем ее прожужжать. Она быстро. Адю, адю, дя, ди, дю. Не жа, жи, жу, да, а дя, ди, дю. Согласовками. Джем, джем, да, мим у нас придерживаем. Джем, дяр, джин, джебе. Да, здесь уже Б читаем четко, быстро, резко. Джуль, джебель, джемель, эдюру, федюру, джеухеру, джеурабу, теджеурабе, етеджеурабу, истеджелебе, естеджелибу. Харфы джим, как мы видим, да, то есть мы не читаем естежлибу, это не Ж. Естеджи, естеджилибу. Проследите, да, ее написание в примерах, пропишите, прочитайте. Если будут вопросы, задавайте. С радостью на них отвечу. Баракаллаху фикун. Субханакаллаху бихамдика. Ашхаду ля илляха илля анта астагфируку ва атубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.